Є велике прохання, щоб ми розуміли, ми з вами вирішимо те питання. Це є велике прохання. Тому що якщо ми це не розуміємо, то діалог буде дуже такий складний. Після того часу, як ми останні раз зустрічалися на вулиці, що трапилося? Ну, перше, я вам дуже вдячний своїй друзі, ми там прізвище прив'язали якимось там недобрим вислівом, ну то таке було. Мабуть, саме просте. Але за цей час вийшло розпорядження. Я не буду вам розказувати, як воно вийшло, яким чином, як воно мінялося, як воно додавалося. Але це щось таке було, що я можу сказати особисто дуже складно. Але воно є. Я вам зараз читаю це розпорядження. Ви його бачили? Не бачили? Що? Да. Не треба читати. Не треба читати. Тоді давайте наступним чином відбудемо наше спілкування. У нас яка мета з вами? Я хочу з вами її поговорити. Яка мета? Закрити графік транспорту з Ірпеня? Перше питання. Чи відрегулювати відносини між Ушаково-Бухівською і жилим комплексом Озерне? Відповість, якщо можна, хто може мені допомогти в цьому питанні? Яку ми зараз собі поставимо мету? Давайте я поправлю. Відрегулював трафік. Ну, я вам як звати? Ігор. Дивіться, відрегулювати трафік. Ми відрегулювали. Всі технічні засоби в частині регулювання є. Поліція не контролює. Це ви розумієте. Якщо б у нас було з вами таке право контролювати, я б тоді мав би особисту відповідальність відрегулювати. Але цього немає. Тому в частині організації дорожнього руху, схеми і технічних засобів ми все зробили, щоб вони туди не їхали. Але їхали. Тому що сьогодні ще раз ставлю питання, тому що я думаю, що у нас може бути якоїсь думки окремо, ваших чи наших. Нам треба зробити так, щоб цей рестрафік, він не їхав по вулиці Лухівській, і ті мешканці, які сьогодні на вулиці МЖК живуть, вони мали якісь напорні умови в частині свого життєвого забезпечення. Це і пішохідні перехіди, це і транспортні потоки, це куча питань, на які треба мати сьогодні відповісти. Тому в цьому що розпорядження має? Тимчасово заборону руху транспортних засобів на вулиці Бутівській зі сторони вулиці Академіка Волоховського у Святошинському районі. Як це можна зробити? Ну, якщо ви пам'ятаєте, в прошлому році ми приїхали туди, я особисто був, приїхали з технікою, з людьми, я тоді під свою відповідальність, мабуть би, зробив, бо перекрили за місцем, але не дали перекрити. Спільні якоїсь думки ми не знайшли з вами, і нічого ми не зробили. І так, цілий рік вони тіпло такі. Відповідь, будь ласка, якщо ми обмежимо зараз вліз на Волоховську, у вас якісь питання будуть в цій частині? Будуть. Це питання у кого? По будуть. Я у всіх. Тоді скажіть, будь ласка, якщо ми не обмежимо вліз на Волоховську, що треба зробити? Ні в коєму случаю треба виігрувати тільки один дом. Ну, давайте, пускайте своє мнення. Прохання, давайте кажете зараз від свою думку. Я дуже велику маю надію, що ми сьогодні приймемо якісь рішення і зробимо. Тому що критикувати владу – це, я вважаю, треба, мабуть, і є за що сьогодні. Але якщо критикують, щось робити в цій частині. А в нас сьогодні, ну, якось, розумієте, не я робив, не ви робили, але склалася така, мабуть, ситуація в цьому районі, коли рішенням якимось окремим невеличким ми не зробили так, щоб всім було дуже добре і комфортно. Ми не зробили. Ну, треба шукати якийсь компроміс. Якщо, Юлія, не йдіть, будь ласка, якщо мене будуть бити, хтось потрібно захищати.
давайте кожен представник, давайте, щоб ми розуміли. Давайте Обухівську послухаємо. Давайте тоді домовимося якогось регламенту. Тобто зараз виспиться Обухівська, зерни, потім ми... А є хтось з Балаховського? Бо це третя сторона. Але сьогодні я думаю, якщо ми чим більше будемо запрошувати сюди, то тоді треба і Пінь сюди запросити, Паладіна, і всі наші всі питання ніколи не вирішити. Давайте слухаємо тоді Обухівську. Насправді багато говорити, я думаю, що сказано не стільки вже багато, і на зустрічах, і на нарадах, і на інтернаціональних нарадах, що мабуть по вулиці Обухівського в Сташинському районі. Але, на жаль, зважаючи на те, що кілька часу проблема існує, вона зовсім не вирішена змінити. Тобто рік назад. Наразі протокольним рішенням було встановлено обмеження руху. Всі знають, що так не наша зустріч остання у нас на місці, коли ви приїхали з Бухави і сказали, що вас там ледве не побили, ну хто вас там не бив, звичайно. Ні, я тоді сказав давно, що туди їхала на машині. Так, це було. От нам, щоб ви уявляли, бо ногами не цепція, тому що важливо. Я не хочу зараз заглиблюватися знову в актуальність цієї ситуації, тому що, ну, дійсно, вже ми всі знаємо. Яке бачення наше вирішення? Так? Ми хочемо сьогодні прийти до якогось спільного знаменника і виробити якесь спільне рішення. Вчора ми мали зустріч з представником наших справи. На жаль, сьогодні його немає, його справи робочі. Але він повідомив нас, що він представляє значну частину мешканців і також контактує з депутатом нашим, від нашого району. Як варіант, який був запропонований за відсумками сьогоднішньої нашої зустрічі, це запропонувати вам, вашому підприємству, да? Розробити два варіанти, скажімо так, перекриття, запропонувати два місця перекриття, тому що ми, наші мешканці, які там мешкають там, однозначно, у нас там був збір підписів, ви знаєте, що 650 людей подалися. Ну, тобто, нас наша думка не змінилася. Ми пропонуємо відрізати наш будинок так само від масиву Білич, щоб заборонити рух, і щоб ми були в таких же самих умовах, як і весь масив Новобілич, і точно так же, в принципі, будуть сюди затори, які на нас чекають ще більші зв'язку з реконструкціями і так далі. Але щоб забезпечити безпеку руху цього. Тобто ми пропонуємо поставити перешкоди в районі ТП. Це на виїзд. Ближче до дому, так. Так, з наших дворів. Можна туди трохи далі, бо там, знаєте, чула така думка, вчора Владислав нам сказав, що от Вишика Озерний не проти, тому що вони вважають, що ми там зробимо стоянку і ми будемо все одно в привілейованому
становищі, ми будемо там за цими бар'єрами ставити свої автомобілі і будемо якось там якимось чином там, ну, виїжджати. Не знаю. Ну, якщо в цьому там, ну, це називається велика українська жаба, ну так скажемо, нормальною мовою. Ми готові там і на виїзді взагалі з вулиці Вугрівської, там туди ближче до Єфремова, ну нема питань. Але просто перший. Другий варіант, який пропонувався ще на декілька разів звучав від Чекалодетного, це встановлення перешкод на вулиці Кулаковського, там де йде така вибачка. Туди на ту частину Бухівської інтернатурського озера Робота, де вулиці. Ну, з нашої точки зору, там зовсім ніяких переваг немає. Для нас це є значні перешкоди для вже з компанією «Кармоні сміття», і вони там чисто технічно їх автомобілі з вулиці не зможуть. Балаховсько не заїде, а якщо він буде заїжджати по Бухарській, ну звідти, з Єфремова якось там робити, то він там чисто технічно там такий радіус розвороту, що він не заїжджає на свій. Там були пропозиції винести нам десь метрів за 100 чи за 200 мусорних сміттєві баки, щоб ми туди носили, ну не знаю. Як в якості компромісу, якщо ви запропонуєте цей варіант одяг, варіант перебуття, ну, ми будемо спілкуватися нашими зусиллями, будемо якось слухати. Ми готові до нашого. Так, я розумію. Тому от наша пропозиція, це по запісом сьогоднішньої нашої вам зустрічі зробити, скажімо, два варіанти. Новини перешкод і дати там термін 1-2 дні на обговорення і на прийняття кінцевого. Ми за те, щоб сьогодні було. Це вже якості компромісу по за підсумками вчорашньої зустрічі з представником. Принципово все зрозуміло. Все зрозуміло, тому що та дія, яку я розповідаю, вона перекриє той трафік і буде можливість яким чином переміщатися в ці часи. Зрозуміло. Що ви скажете? Я, чесно кажучи, не знаю, для чого ми в принципі зібралися, тому що поки що я не бачу. Я поки що не бачу, що влада пропонує. Для того, щоб життя людей було комфортніше. Поки що, влада... Як вас звати? Олександр. Поки що влада... Ви в вашій... Олександр. Олександр, мене до вас прохання. Так. Ще раз. Я з вами на одному боці. Якщо ви зараз будете розбиратися... Так я хочу запитати вас. Так. Бо я не бо я поки що не знаю, що ви пропонуєте. Влада випустила розпорядження. Розпорядження. Так, воно ніякого відношення не має до вулиці Обухівської, тому що... Реконструкція вулиці Чорнобильської, воно Обухівська не входить в вулицю Чорнобильську. Читайте уважно розпорядження. Там... У мене таке почуття, ми рік назад звернулися і починають ті самі питання ставити. Так от віддайте. А я вам задам питання. Скажіть, будь ласка, у вас думка якась є в частині забезпечення трафіка нормально на цьому місці, де ви проживаєте? Чи нема? Ваша думка є? Моя думка? Так. Да. Моя думка, ви очолюєте київське підприємство, правильно? Чи все українське? Я за вашу думку спрашую. Ні, я просто хочу з'ясувати, які у вас повноваження. Повноваження підприємства, це організація... Міста Київ. Що? Міста Київ. Міста Київ, так. Значить, ви маєте забезпечувати комфорт і безпеку руху в місті Київ, так? Станом на сьогоднішній день цілком зрозуміло, що прилеглі райони області, вони ростуть скаженими темпами, вони не забезпечують інфраструктуру в області. І та дорога, яка сьогодні веде до Києва, власне, ця нова Ірпінська траса, вона просто робить життя мешканців Києва, мешканців нашого мікрорайону пекельне. Тому компроміс для всіх – перекрити цю трасу. Ви свою функцію виконуєте і ви забезпечите наше життя комфортними умовами. Ви маєте повноваження на те, щоб... Перекрити трасу? Так. А які варіанти?
Ні, в нас так ви хочете перекривати трасу? Ну, так перекривайте. В конкретному розпорядженні є? В конкретному розпорядженні? Це пропозиція по розпорядженню. Ти прочитав розпорядження? Так, прочитав. Так, там розпорядження чітко чорним по білому пише перекрити дорогу. Я бачу. Ви ж хочете пропозицію? Я ще працюю. Значить, в мене до вас є одне питання. Якщо ми з вами розмовляємо сьогодні за мікрорайон, то я вам скажу, там питань більше, ніж дві. Але ви сьогодні піднімаєте те питання, яке воно не вирішиться. Воно не вирішиться. Якщо ви хочете перекрити трасу, ну може я з вами піду буду перекривати. Це акція. На самом деле, це влада має зробити? Ні. Ви ще розумієте по юристу. Так? Ну так. Так я юрист, я бачу, що це незаконне розпорядження. Ви ще як юрист, якщо якось розумієте, коли ви в Європу приїжджаєте, ви ж нічого не порушуєте. Чого? Мозги ж те ж саме, що там чи сьогодні. А я вам об'ясню. У нас хто їде сьогодні по знаки? Які там вундеркінди? Ні, обичні наші колеги, друзі. І в цій частині я зараз закінчу. І що раз говорю, я на вашій стороні, але ви мене щось отталкиваєте куди-то все время. Ви мені розкажете масштаби. Ілі ми вирішуємо питання і знаходимо його, і тоді ми якось розуміємо. Може ми подаємо в Кирпенській трасі? Я перший, я раз приїхав і сказав, мені треба перекрити. Ну все? Но руками розмахиваю. Слушайте мене внимательно. Слушайте мене. Я сказав, мені треба перекрити. Тому що тоді, коли нам проєктувалося, це була велика ошибка, коли я бросив в жилий масив. Я сьогодні даже не понимаю, куда с этой трассы трафик поедет. Потому что принципиально не решено. Да я тоже понимаю. Но я же вас не хочу обманывать. Понимаете? Что если завтра мы, молодцы, ну сейчас же отсюда, нам пришли, там, перекрыли, мы этим своим действием не решим эту проблему. Я надеюсь, что мы завтра проснемся, и наши коллеги с полиции будут контролировать. И все будет в порядке. И встречаться не будут. Потому что вот я за это отвечаю, чтобы организация была правильно оформлена, понимаете? А вы меня затягиваете куда-то, вот там что-то как-то. Давайте мы опустимся на землю. Еще раз задаю вопрос. У нас есть какая-то спильная думка по решению? Чи нема? Чи мы будем терпеть? Давайте, вы высказались, я услышал. Не, я не высказался. Не, вы сказали Альпинскую дорогу. Ну, это один из вариантов. А другой какие? А другий який? Дайте альтернативу. Є варіант. Якщо ви хочете перекривати щось, то давайте відповідну альтернативу. Дайте схему руху. Як мешканці нашого ЖК мають їхати з 567-го садочка, 304-ту школу, зранку відвести одну дитину, привезти іншу дитину? Як? Якщо ви перекриваєте зараз будь-яку дорогу, ви, ну, от. Якщо альтернативу даєте, нема питань. Все. Розкажіть, де ви просто забули сказати, чому триває? Одна пропозиція, яка пройшлася по вас теж Владиславом, і ми підтримуємо, і завжди про це писано 600-500 раз, це асфальтування, от як варіант, як? Чином асфальтування на Молоча, по Павленка, на ті вулиці, які будуть. І відкриття, і відкриття. Чому влада? Тобто, якщо є альтернатива, ми готові йти на компроміси. Але якщо ви просто нас відрубуєте від мікрорайону одного чи іншого, ну це не компроміс. Так. А я ж вас отрубую, якщо перекрито Буховською, ви можете попадати на Паладіна по Булаковській. Вас же не отрубують. Слушайте, а зачем дороги строю, щоб перекривати? Мова йде про те, що шалігасти можна перейти на Буховську. Кожен виспірився. Час не рух, ну, чоловік. Значить, є пропозиція. Більше року назад письмове звернення було від будинку 34 мешканців. Там 4 під'їзди підписалися. Ці пропозиції було трасу Ірпінську не запускати на масив. Вона тут не потрібна, щоб вони проривались там на Озерну, на Обухівську, Павленка, всі останні. Їм дорога тільки одна, на Паладіна, на Наумова. Стрілочку це можна організувати, зробити? Коли в нас була зустріч з Довтяном біля нашого будинку, і був наш там представник, депутат наш, Сагайдар, він нам пообіцяв це зробити. Тобто, ми зараз у вас. Ну, один із варіантів. Перекрити не можемо, але хоча б відвернути їх туди. Завтра там з'явиться стрілочка, питання ж.
Ну, воно в нас стоять знаки. Ну, якщо ми говоримо за Європу, а питання вже поліції, хай виконують вже ці знаки і все остальне. Так, стрілочка. Ні, ну стрілка буде стояти, якщо будуть люди порушувати, будуть їх за це ж. Ну знаки стоять, поліція нічого зробити. Поліція, ви можете проконтролювати? Ні, не можна. Більше чоловік закінчить. А другий варіант, що ви? Ні, це стосовно ринця, який пропонує перекрити. Я теж перекрити трасу Ірпінську, але це нереально, я це розумію. Давайте реальні речі. Якщо стрілку можна зробити на умова на Паладіна, а не пускати на масив, будь ласка, прийміть. Це йде в цих листах, там починає від президента і закінчує Довтяном і Святошинської адміністрації. Більше року йдуть. Ну, у нас, правда, відповів замість Довтяна на лист наш невідповідна особа, є у вас в адміністрації Святошинський Коваленко, який займається благоустроєм, бо це він рік назад нам відповів, що будуть проводитись роботи. І, до речі, запитання до Аренця Саші. Він дуже запитує, все це я розумію, але вони коли квартири отримували, вони не запитали, є представник Київміського? Ні? Я при чому вважаю? Ні, підождіть. А ви як квартиру отримали, ви запитали владу? Чому немає ззаді вашого будинку дорога? Ви запитали? Так ви запитуєте. Так нам обіцяли, що буде вулиця Ушакова, ми на ній проживаємо. Ну, так ви нічого не зробили. І буде бути 7 метрів. Будівництво вашого будинку. Ми за це теж запитували, питали, сказали на 19-й рік. От і ми питали. Ні, давайте знаходити спільну мову. Так ви там, ви питали, я питали. Саша, ми сусіди, ми повинні знаходити спільну мову. Так яку? Давайте, от один із варіантів я пропоную стрілку цю зробити. Підтримуєте цей варіант? Звісно, але стрілку. Денис, ну підождіть, ну воно ж не заперечує наші вже тут стосунки далі. Воно нічого не дасть. Нічого не дасть. От якраз і наш депутат іде. Ми вам вже споминали. І стрілку наліво, що ми домовлялися з вами. Ви обіцяли нам зробити на Умовича. Обіцяли зробити для Азовного на Умовича. І ще у нас один із варіантів. Я думаю, тут є представники у нас і від поліції, так? І адміністрації. Значить, у нас була пропозиція більше року назад дати один із варіантів. Вже можна було б його провірити на протязі року. Тобто, обмежити рух повністю біля будинку 34А, який буквально від балкона, від вікон проходить 2 метри. Там дійсно не може проходити ніяка магістраль, ні траса. Ми це указали, чітко по пунктам розписали. Перший пункт, поворот всіх, транспорт відправляєте на Наумова, на Паладіна, на Окружну, на масив не заїжджають. Один варіант. Другий варіант. Знак пішохідна зона обмежує і заужує бордюрами, там чим угодно. В якому плані? Що Баринець, чи я, любий мешканець нашого мікрорайону, міг викликати швидку пожежну поліцію. Ми не можемо одну дорогу перекрити повністю тупо. От така пропозиція. Але якщо не працює поліція, якщо не працюють знаки, то залишається один тільки варіант. Згідно генплану і згідно детального планування, значить, треба дивитися, є вулиця Ушакова. От поки не відкриють вулицю Ушакова, не з'єднають масив, і в тому числі Чорнобильську, яку вже повинні були збудувати. Значить, потрібно зробити і тупікову. Закінчується вулиця Ушакова, на жаль, біля 34А, хай Ренець не ображається, але прийдеться перекривати, обмежувати рух, тому що жити дійсно неможливо. А тут хай вже спільно знаходять мову і вирішують. Чому ви маєте враховувати бажання тільки населення? Ні, всіх бажання, будь ласка. Хай... Де нам варіант? Як нам їхати на землю? Ваш варіант, як чи нам? Ну, по крайній мірі, ми не можемо перекрити вам повністю швидку. І все. У вас є варіант, на Умовича у вас. Так ви її перекриваєте. Хорошо, а є представник з Київміськбуду, ні? Ні, прекратіть. 6 будинків, висоток побудували, немає ні садика, ні школи, нічого немає, ні дороги. Можна було там хоча б висипати на Умовича? Товариш, можна? Ви закінчили? Так, будь ласка, я закінчую, якщо будуть які питання по листам, тому що у нас переписка ведеться більше року. І нічого за рік не зроблено. Меня зовут Иван Купер, я житель Абуховской 137, это вторая очередь Шикария. Значит, 22.09.2018
да, последний раз были вот эти покупки перекрыть улицу Обуховскую, на которой я в том числе присутствовал, и большинство из них присутствующих. Мы собрались в первой и второй очереди ЖК «Озерка» для того, чтобы выработать какое-то решение. В результате этого решения мы как бы пришли к единому мнению, у нас есть видение решения этой проблемы. Вот я сейчас не буду ее зачитывать с листика, но попробую ее выразить. Первый пункт. Мы согласны с тем, что проблема объективно существует. Для комфорта, удобства, жизни и безопасности жителей того участка улицы Обуховской из-за высокого трафика она действительно есть. Но во-первых, уровень этой угрозы нам неизвестен. Да, это субъективная оценка. Мы понимаем, что он есть. Вот. Но есть ли смысл перекрывать эту улицу или нет, мы не знаем. Да? Мы категорически против перекрытия. Потому что это город. У нас жилмассив отделен всего двумя дорогами. Одна из них односторонняя, это улица Осенняя, вторая улица Обуховская. Все остальные дороги через частный сектор либо перекрыты, либо не асфальтированы. Проехать там невозможно. Проехать можно от нашего микрорайона, в случае перекрытия улицы Обуховской, только через Булаховск. Чтобы доехать до 304-й школы или садиков, которые находятся с той стороны массива, жителям потребуется 40 минут. Жителей у нас микрорайона уже, слава богу, очень много. Вот это большие экономические потери и для самих жителей, и для города. Вы это должны понимать. Решение перекрывать какие-либо улицы, на мой взгляд, нецелесообразно. Есть смысл перенаправлять трафик и регулировать для того, чтобы уменьшить поток машин и оптимизировать его через улицу Обуховскую. Так или иначе, он будет там. Вот. И остановить его вы не сможете. Если вы попробуете решить эту проблему перекрытием улицы Обуховской, то вы получите не одну проблему, а сразу несколько. Во-первых, весь трафик из Ирпеня поедет по частному сектору через улицу Павленко. Часть трафика, возможно даже большая, поедет по улице Осенней по встречному движению, навстречу встречному движению. В будущем планируется, насколько я знаю, ремонт улицы Обуховской со стороны заправки Опка. Вот. Это еще более усугубит проблему, и тогда весь этот трафик из Ирпеня хлынет через частный сектор и по встречке через Осень. Вот. Не удобство, дискомфорт остальных жителей. Да? Вы решите проблему одних жителей, получите проблему жителей целого микрорайона, даже двух. Поэтому, на наш взгляд, эта проблема не решает перекрытие. И это абсолютно не имеет никакого смысла. Есть смысл перенаправлять трафик. Как это можно сделать? Ну, во-первых, необходимо установить светофоры на въезде с Булаховского на улицу Обуховскую. И организовать движение, поворот направо при движении со стороны Ирпеня таким образом, чтобы поворот направо был разрешен короткими интервалами, например, по 10 секунд с чередованием в 3 минуты. Второй вариант, это уже позволит уменьшить в разы трафик. Не каждый из водителей поедет на запрещающий свет, на красный сигнал светофора или запрещающий, потому что другая знакия, другой размер штрафа. Некоторая часть будет нарушать правила, но мы предлагаем установить средства автоматической фиксации. Мы понимаем, что сейчас на это нет бюджета, но мы можем повесить там табличку и запланировать на какую-то перспективу установку там этих средств фиксации. Значит, второй момент. Мы можем в часы пик сделать реверсное движение по улице Осенней. То есть перенаправлять поток в час пик по улице Осенней в ту сторону, закрывать ее для въезда со стороны Беличи и открывать для движения в ту сторону. И таким образом разгружать улицу Обуховскую и Булаховскую. Это один вариант. Дополнительный вариант, то же самое, сделать, отрегулировать работу светофора на въезде с Ирпеня в Киев для движения направо. Короткими интервалами, с тем, чтобы основной трафик поворачивал налево. Да, вообще нужно перекрыть направо. Зачем они должны ехать, встать здесь дорогу? На окружную дорогу. Каким образом? Таким образом вы фильтруете в нескольких
местах трафика, он упадет автоматически в разы. Даже если предположить, что там не будет стоять полиция, вот, все равно значительная часть трафика через улицу Обуховскую упадет. Когда вы закончите ремонт на Чернобыльской и откроете с Булаховского проезд уже по новой улице Чернобыльской, тогда можно говорить о каком-либо перекрытии улицы Обуховской. До тех пор перекрытия быть не может. Помимо всего этого, да, там действительно трафик большой, есть опасность. Там отсутствуют нормальные тротуары на этом участке улицы Обуховской. Их до сих пор не сделали. Вот. Это нужно сделать обязательно, потому что там ходят и дети, и взрослые. Вот. Я не знаю, честно говоря, ни одного случая там, трагического на этой улице. Но вероятность такая существует. Поэтому это тоже обязательно нужно сделать. Я хочу вам передать это сведение. Мы его писали через Илью. Мы писали его на господина Давтяна. Там подписи активистов ЖК Азерного. Вот такое вот решение мы предлагаем. Это в среднесрочной перспективе. В долгосрочной перспективе, естественно, город должен делать подвеску на Академгородке, иначе эта проблема никогда не решится. Дальше. Так, есть. Значит, я представляю улицы Обуховской 139. Как бы это наши сказали. Но у меня родители на Обуховской, которая в частном секторе. То есть я как бы живу и в Озерном, но хожу по Обуховской. Я выросла на Обуховской, когда там еще были старые дома. Эта улица связывает два микрорайона. Она самая короткая, эта улица. По ней всю жизнь ходят, сейчас вот ходят все на метро, садики, школы, в детскую поликлинику. Сейчас у меня внучка, я не могу проехать коляской по 30-метровому тротуару. Да, у меня соскакивает колесо, и тут едут машины. Вот наш сосед из 137-го дома говорит, что не было трагического случая. Лично меня зацепило зеркало, когда я ехала. Я понимаю все, что сейчас происходит. То есть я как бы и из Озерной понимаю, что очень удобно ехать машиной, я понимаю. Но улица Обуховская всю жизнь была, она как пешеходная, понимаете, она самая короткая. По осенней пешеходы не идут. Идут они по Обуховской, она самая маленькая. И почему власть заасфальтировала этот участок этой дороги? Потому что это дешевле всего обходится. Это очень дешево, надежно и практично, понимаете? А как люди живут? Наверное, вам высылали, как едут инвалиды рядом с джипами, как едут с колясками, как несут ли... Сейчас, например, я не могу перейти через дорогу, нам сигналят. Просто я иду на метро. Я бы хотела, чтобы на Озерной, кстати, шла маршрутка. У нас вот в 139-м доме. Вообще 137-й, 139-й дом, это дома как бы эконом-класса. Там в основном смарт-квартиры. Там люди не все богатые, не все ездят на джипах. Но дейки, я не знаю, дейки вельможные особы, которые живут, возможно, возле озера, там квартиры побогаче, там машины получше. Значит, у нас сам Влад рассказывал, что он договорился с маршруткой, которая бы к нам приезжала, вот, чтобы было. Говорит, вышли два в два и сказали, нам маршрутка не нужна, пошел вон отсюда. И выгнали этого водителя, хотя он приложил много усилий для того, чтобы определиться, где будет стоять эта будка, знаете, с диспетчером. Уже определились мы, где она будет стоять, чтобы никому не мешало, чтобы там могли водители как бы разворачиваться. Ну вот, кстати, как идти с висками или с соками, вот, и без маршрутки? Без маршрутки, скажите, как? Я знаю, что там происходит. Я могу вам смело сказать, не то, что знаю, я счастливый. Я каждый раз сбрасываю в Фейсбуке и вспоминаю, что я такой. Саша, вопрос немножко глубже и сложнее. Я начал... Пропозицию можно? Говорите. Пропозицию. Я бы хотела, чтобы на массив Озерный была маршрутка. Это не наша просьба, это обязанность власти сделать туда маршрутку. Пожалуйста, сейчас я сейчас скажу, потому что я забуду. Сделайте, пожалуйста, нам на Умовича и Павленко. Мы просили
что это возможно. И это не такие большие средства, чтобы поток мы отрежем. Мы можем тоже закрыться от Ирпеня. Если Обуховская закроется, у них будет тупик, и у нас будет тупик. Мы можем выезжать. Это не такой большой будет поток для того, чтобы транспорт мог туда-сюда ехать с Озерного. Я хочу, вот мои пропозиции. Делайте улицы, которые прямым ходом идут на Ушаков. Можно один минут, потому что я вас прокомментирую? Да. Просто мы все живем в тех обстоятельствах, да? Мы должны друг с другом мириться. И как раз по этой маршрутке мы на самом деле проделали большой труд, чтобы договориться с перевозчиком. Да, это Влад рассказывал. Да. Чтобы он все-таки туда перешел. Причем да. Вышли тетушки и прогнали. Если ваши жители, как вы говорите, два лба, выходят и препятствуют вашему же благу. Ну послушайте. То получается, что мы делаем для вас решение, и при этом делаем все, чтобы частный перевозчик вас же возил. Но вы не можете в своем же доме найти управу на своих же соседей, которые совершают подобные действия. Я просто вас попрошу здесь подумать над тем, что произошло. И понять, что не может за вас все делать, как вы говорите, власть. Если для вас сделали, изменили схему, изменили маршрут, поверьте, это очень непросто. Договорились с перевозчиком, ну, возьмите уже, в конце концов, в свои руки вопрос того, чтобы как-то нормально взаимодействовать с вашими жителями. Более того, что смешно или очень обидно, у вас там строят дальше дома. Это ужасно, на самом деле. Потому что это лес, который мы все раньше, не знаю, дышали, гуляли и так далее. Сейчас будет превращен еще дополнительно там 5-6 домов, не знаю, по проекту видел. И там точно будет ездить большой трафик. Но этих вот ребят, которые против, вы просто объясните, что они в конце концов все равно столкнутся с тем, что мимо их окон будет ездить автомобиль. И вот вопрос вашей маршрутки, это вот уже ваш вопрос. Пожалуйста, договоритесь с жителями. Я прошу прощения, если затронули маршрутку, мы собирали подписи с нашего дома, и у меня нету джипа, я хожу каждый день в метро пешком, у меня двое детей, коляска, которая, кстати, благополучно едет по Обуховской, и мы были против этой маршрутки. И это было не два лба, а было значительно больше людей. Где благополучно? Можно мы сегодня будем говорить, что это еще проблема? Которые обещали 30 лет назад. Да, то есть, Шакова... можно я скажу? Да. Ничего не поменялось, абсолютно. Вот прошел, есть какие-то усилия, надо должно отдать депутатам, которые присутствуют, они на дороге, и они в курсе даже лучше, чем вы думаете. Все наши попытки сегодня идти к вам навстречу, они не получают никакого восприятия. Абсолютно. Вся проблема в том, что мы сегодня с вами не можем понять одну истину. Если у нас сегодня есть норма, и она должна соблюдаться и контролироваться, то, наверное, при выполнении своих функций полиции там у нас проблемы нет. Я имею с трафиком. Я имею говорю о том, что маршрутка или ремонт сегодня улиц. Проблема сегодня в другом. Две позиции столкнулись. Одна позиция говорит о том, что, ребята, на дороге жах, вторая позиция говорит, я гуляю с детьми, там все хорошо. Давайте искать решение. Я не увижу. Я могу предложить. Мы с Сергеем Владимировичем разговариваем. Мы понимаем сегодня, что то, что в стране происходило, оно, наверное, дает свои результаты, которые сложились, наверное, не даже с 2000-го года раньше. Сегодня застройщик, мягко говоря, всех нас тут сидящих послал. Это я объективно говорю. И когда застройщик послал нас, мы попали в ту ситуацию, когда сдается, строится, инвестируется в жилье, а инфраструктура не работает. В общем, вся трагедия. И тут вина, ее можно сейчас положить на власть. Наверное. Ее можно положить на полицию. Наверное. Но я ведь пришел к вам и сказал, я с вами, я на вашей стороне, я хочу помочь на сегодня. И я понимаю, что сделать так, чтобы было комфортно Озерному, как-то выезжать, заезжать. На сегодня и дать решение безопасности по Обуховской не получится. У нас на Умовича зацепировать, всем будет комфортно и нам безопасно. Потому если мы говорим о светофорном регулировании, перекрытии трафика сегодня Серпиня, а решение вопроса этого потока, это не сегодня. Сразу говорю.
это завтра. Тогда я вам задаю вопрос, насколько готовы вы сегодня ждать это завтра? У нас есть в этом году, если я не помню, там, я насколько понимаю, в этом году Чернобыльская у нас не попадает. Попадает частично. Попадает Чернобыльская, там регион в существующей части, а в настройках там в мере проектирования. Проектирование, кстати, уже нет. Ну, Густилев сказал, что должны допроектировать до конца весны точно и экспертизу быть. И получается, при перераспределении бюджета гипотетически может в этом году может быть, значит, но опять же, с такими темпами, как у нас улицы строятся, в лучшем случае, там, понятно, что вы в этом году она не будет сдана. Я вот не буду, что будет. Давайте мы наметим какую-то первоочередную сейчас задачу решения. И будем говорить о том, что, наверное, надо коллективно каким-то образом наступать в процессе метрорайона. Потому что когда строилось частное жилье, тоже же это наши друзья, коллеги, красные линии позалазили, тротуары позабирались, заборы поставили. Формально сегодня они вроде бы когда строились, трафика такого не было, я такого не было. Они вроде как делали правильно. Теперь я их просил в прошлый, если вы помните, мы же говорили, надо взять кадастры и посмотреть, что если сейчас тротуары, ну прошли это на запроводные, когда гаражи были построены в рамках сегодня красных линий, снесли эти гаражи пополам, они так и стоят. Но это стратегия. Давайте мы сейчас о тактике поговорим. Если завтра, утром, вы просыпаетесь. Я допускаю решение идеи поставить светофорный объект, допустим, здесь на повороте. Это, наверное, я не говорю, что самое простое, но несложное решение. Это надо сегодня решить вопрос распоряжения финансирования, и мы его построим. Решит ли он всю нашу проблему? Наверное, нет. Каким-то образом, допустим, растянуть процесс нашего общения и пообещать вам, что этот светофор мы поставим, ну, наверное, можем. Но это тоже не так. Если я говорю о трассе Пеня, там проблема очень глубокая, потому что на самом деле до сих пор нет понимания, сегодня куда этот трафик поедет, части того, как заложили эту улицу. То есть это уже область, это уже мой город, это опять же решение завтрашнего, даже послезавтрашнего. Что сегодня? Эксперимент. Это я просто с вами советую. Есть распоряжение, оно не дает сегодня. Мы, когда его готовили общественно, оно было прописано перекрытие. Тут обмежение. Обмежение рук – это не перекрытие, чтобы вы понимали. И не стоит задача перекрывать. Но есть смысл, может, давайте посмотрим, рассмотрим. То, что вот Первонемчевый. Булаковска, закрываем заезд, выезжайте по Обуховской через Осеннюю и въезжайте. Есть вариант или нет? Нет такого варианта. 2 метра от окон идет на Обуховской улице, люди живут. Надо провести тогда экспертизу и сделать заключение на шум, на все остальные. Потому что люди не могут жить 2 метра от трассы. Я смотрю, что я закончу. То есть это как вариант есть. Если у вас есть вариант решения сегодняшнего, предложить. Но говорить о том, что вы, страна, государство, должны, мы все должны. Потому я сегодня вижу только одно. Вы, как две стороны, которые вы соседи, друзья, наверное, общаетесь. Вы знаете, мне страшно немножко становится. Потому что когда вы начинаете рассказывать о том, что вам спокойно с коляской говорить, не гуляйте утром. Я не гуляю, я говорю, это прохожу. Никто по улицам не гуляет. Нет, давайте не играть на нервах. Да там приехать опасно. Я попрошу, я закончу. Они уже на колене такой сидели. Потому что здесь нужно, наверное, мы когда перекрывали торговую площадь, а потом, я хочу сказать, паника. Паника была как? Давай, особенно 1 сентября. Это не спальный район, прошу. Да, подожди, ты что тут спальный район? Как при чем? Опуститесь, услышите. Так вот, спуститесь. Так вот, почему вы приравниваете спальный район с центром Киева? Ну, это не корректно. Это не корректно. Просто я в том, что мы все привыкли сегодня перемещаться только на транспорт. Так всі міста світу закривають центр, це правильно. А спальні райони ніхто не перекриває. Спальні райони дають комфорт. Трасу потрібно перекривати. Олександр, я ж вас заслушую. От ви зараз прийміть рішення, скажіть, яке. І ми, як власть, його, я думаю, реалізуємо. Ви сравнюєте трасу з мене, не перекривати зразу. Повернути можна? Ограничить, поставити стрілку, вже договорились поставити. Дальше. Светофорный объект реализовать на заезде. Ну, наверное.
наверное, я думаю, что мы сегодня посоветуемся, если полностью подготовим проект распоряжения, подготовим режим. Дальше что? А полиция может контролировать этот участок, как на Владимирском спуске каждое утро там стоит полиция, чтобы не ехали вверх? Также поставить так, чтобы контролировали заезд. Нет, вот именно на развилке, чтобы полиция контролировала заезд на Буков. Честно вам сказать. По утрам. Ну, вот на Владимирском спуске, как раз не на этом. На парковой дороге. Там всегда стоит полиция. Почему нельзя, чтобы здесь там 2-3 часа постояли? Справа в тому, що знаки так побудовані, що мешканці ЖК Озерного є постійними порушниками. Це неадекватні знаки. Це для нас. Зараз будуть реалізовані роботи відеофіксації. По закону, по всім нормативам, вона повинна вже бути. Осталось діло сама. Це сертифікація пристрої, які будуть забезпечити контроль. Вот как, я надеюсь, что появится в ближайшее время. Поставится и пристрой, что он даст. Это сегодня письма счастья, они полетели. Оно будет. Оно будет, наверное, в этом. Мы уже 3 года живем, надеемся. Тогда это только зона ответственности. Хотите получать письма счастья, езжайте на красный, езжайте на встречный, езжайте в нарушение. Пока этого нет. Я же с вами сегодня обсуждаю завтрашний день. Так вот, в завтрашнем дне мы тогда ждем видеофиксации, поворот направо, там, который, знаете, это мы решаем, светофорный объект сейчас, я думаю, попробуем, департамент есть, пусть Владимир Петрович скажет, мы можем запустить проект распоряжения после светофорного объекта? Мы можем сейчас 2-300 ввести, а не дорабатывать. Можем, то есть адресный проект можем ввести на сегодня. Мы говорим о том, что Чернобыльская в перспективе, она уже после всех этих дебатов появилась, если будут проекты, сикорректировка проект, и эту ситуацию контролировать. Это то, что мы понимаем, то, что мы будем делать. Но вопрос же стоит завтра. Вот завтра вы просыпаетесь, идет трафик. Может, Юлия Ерна поставить патруль завтра? Почему? Мы об этом постоянно пишем. Час пик утром хотя бы, на пару часов. На пару часов, да. Потому что это невозможно. Поток идет, перейти дорогу нельзя. Выйти со двора нельзя на Ушаков. Смотрите, что мы сделали. Так у него закрывать. Если светофор будет работать в нужном режиме, то там будет трафик очень маленький. Светофор. А если я вам расскажу. Сегодня... Это межквартальный проезд. Как там разрешать ехать сегодня по светофору? Это статус улицы совершенно другой. Светофор, я не знаю, кто специалист, но насколько я вообще профан, поэтому я знаю, что светофор устанавливается на каких-то равнозначных улицах. А здесь межквартальный проезд, а Буховская, что... кстати, вот наш сосед говорил, что он не видел документов, которые говорят, что у нас там все плохо-плохо. Вот есть был запрос, но всегда ему память. Сейчас ориентируемся плохо или хорошо. Мы знаем, что плохо. Нет, вот светофор он фактически узаконит то, что Буховская является равнозначной с Булаховского. У меня светофор имеет зеленого Булаховского, вроде на право. Нет, да. Какой светофор? Если сейчас стоит знак, что транзитный проезд запрещен, то светофор фактически разрешает. Да, это не на въезд, не после вашего дома, а хорошего, а в Лоховском. А куда он поедет? На межквартальный проезд. Это же не дорога. У нас надо или коридор гонять, чтобы должны идти, вот эти деревья, видите, против улицы. Вот. Как поставили ограничение, ограничение, ездят как попало, до тех пор, пока не заработают, будут сами работать, писаться, после того, что знак он не работает в том формате, который он должен выполнить. Светофор он получше работает, хотя бы в той части, если я стану на красный, я не поеду. За мной все остальные будут ждать, пока я сдвинусь. В случае со знаком, так, ну, то есть светофор, мне кажется, более действенный вариант. Если потому что найдется какой-то... Если сможет контролировать там, трафик, поворот направо, то нарушений там будет в разы меньше. При действующем светофоре. Вы слышите? Ставить светофорный объект? Нет, конечно. Нет, для вашего решения. Можно поставить светофор. На выезде Серпиня с трассы и на Паладина. Хорошо, одна трасса, вторая, пусть решают, как потом будет идти. А тротуары нам сделают? А тротуары?
Не-не, это отдельный вопрос. Тротуары однозначно, потому что нельзя, чтобы люди, коляски, и это однозначно. Но пока это как пешеходная зона получается, сейчас по всем нормам. Тем более, дорога не видит. Человек понимает тротуары больше, чем мы с вами, он сейчас ответит. Он сейчас на всю скажу. Я не отвечу, я хотел бы свое мнение высказать по поводу ограничения улицы. Вот представители из Забуховска говорили о том, что они хотят, ну, в одинаковых условиях жить. Вот если мы ограничим не со стороны Абуховска, ограничим со стороны Ефремова, чтобы жители Ушакова 34 пользовались улицей Абуховска на уровне с ЖК «Озерный», на уровне с транзитным трафиком. Вот как бы они, вот какое бы было у них мнение? Мы сейчас пытаемся дорогу районного значения, ну это сказать собственно сказать. Мы хотим ее превратить в внутриквартальный проезд для пользования как бы, вот, жителей. Наверное, это неправильно. Мы меняем статус дороги. А это ну, как бы нельзя сделать. А понятно, все эти причины. Заузили, вывезли за красными и так дальше. Но мы в угоду чьим-то интересам нарушаем интересы другим. В том числе Озерного и транзитников и так далее. Это сейчас есть. И мы действительно Ефремскую дорогу мы не перекроем. Мы можем так сделать акцию, действительно. Мы можем попытаться реорганизовать движение другим образом. Я думаю, что вот от Озерного все-таки отдельное предложение. Комплекс этих нет. Знаки, светофорные объекты и стрелка налево с Ефремской трассы. Они дадут результат. Это не через год, не через два. Это то, что мы понимаем. Тут просто один важный момент, который на самом деле вы тоже понимали, что сейчас мы капитальный ремонт наладим. И мы понимаем, что трафик еще больше. Еще хуже будет, да. Будем по Буховской сети. Так вам есть же, мы же предлагаем. Без сложных капитальных вложений, без выделения бюджета на ремонт какой-то дороги, по сути постройку новую, в ближайшей перспективе можно отрегулировать трафик, просто перенаправить его через другие проекты. Не нужно делать, создавать новые дороги. Нужно Почему? Просто перенаправить. Дороги нам нужны. А вам Абуховская поэтому... просто нужна и все. Вот предложение, чтобы... Что сделать, чтобы уже завтра стало лучше? То есть это вот, даст, вот это даст лучше завтра, а дороги даст лучше когда-нибудь. Достаточно отрегулировать светофорами движения. Рассмотрите вопрос реверса трафика по осенним часы пик, чтобы снизить его, потому что само по себе улица не загружена, и в час пик, в утренние часы пик, с той стороны едет не так много машин. То есть можно закрыть въезд осенний с той стороны и пустить его в ту сторону. Следующий появляется у нас участник, будет со всеми. Да. Но, да, это да, хотя да, делать да, на 2 часа. Нет, следующий за 2 часа и здесь. Ну хорошо, но даже только один светофор, 2 светофора, на повороте с Эрпеня ограничить по времени поворот направо, перенаправить трафик налево. И ограничить поворот направо на въезде с Булаховского. На самом деле здесь правильное предложение с точки зрения одно из решений, но цикл поменяли. Насколько вы Давайте поставим патруль с тем, чтобы наполнить бюджет и скорее построить дорогу в Чернобыль. Штрафами. То есть по 500 рублей с каждого и тогда... Но там, где есть потенциально опасные участки, патруль можно поставить. Ему не нужно стоять, ему там нужно регулярно проезжать. Если на трещине, то телефоны не стояли каждое утро, потому что там ехали полицейские. Да, подводим, наверное, черту. Ничего не поменялось, все осталось так. Только есть распоряжение. Распоряжение, которое пришло, оно говорит об межении. Слушайте, там не стоит секретарь. Дело все в том, что я
вас слышали. Мы почему-то вот подходим и не слышим. Это плохо. Я не буду объяснять, почему плохо. Давайте, наверное, сделаем следующее. Когда идет вопрос о безопасности одних и комфорте других, Давайте. Можно дорогой же. Мы же год назад говорили о чем? Просьба была гражданина. Землеустроитель берет кадаст. Мы понимаем, я уверен процентов на 90, что там явное нарушение. Явное нарушение. Раз это нарушение, значит мы должны адекватно сегодня, когда провести совещание, не с этими жильцами, объяснить. Есть добрая воля. Ребята, уберите заборы. Не добрая воля заборов. Там не будет любви. Они же отвоевали, они же прижили с ним. Нет, подождите, надо инициировать. Дело в чем, я вам объясню. Даже в Европе есть куча таких участков, но делается сужение в дороге, и просто приоритетность, например, одного автомобиля перед другим, а не за счет тротуара. У нас вышло так, что сделали поток для автомобилей, чтобы они ездили к Кировстрою домам, но они не сделали тротуар. И вопрос в том, что в конце концов можно было сделать нормальный тротуар, и в участке, где даже ладно у них не получается, они могли сделать сужение. И все. Ну, я сам. И это сейчас можно сделать. И я просто к чему обращаюсь. Давайте синициируем, наконец-то посчитаем, сколько это будет стоить. Включим этот проект. Даже за городские деньги хотя бы сделать его. Нормально же есть, по-моему, распоряжение капремонт. Не сам я так понимаю. Я тоже не понял, в какой части. Можно под этот капитальный ремонт все предложения сделать, там же особо много денег. Вы можете перенести разобраться с этим, чтобы мы дальше подходили. Разобраться, что нам нужно сделать, какой это проект, что они делают, что они ремонтируют. И туда внести соответствующие изменения. Извините, а то, что это подобными высотки, которые вот по нормам должно быть 80 метров для будинки 9. Мы сейчас не говорим про то, смотрите, мы сейчас не говорим про то, как она будет эксплуатироваться. Мы сейчас говорим про то, о том, что она делала неправильно. В дальнейшем сейчас может быть разные схемы, как она будет сделана. Но тем не менее, по ней, если есть дорожная часть, есть тротуарная часть. Тротуарная часть должна быть выполнена так, чтобы она была абсолютно. А это уже вот отдельная часть. Просто надо было согласиться, важно. Даже если там машина будет теоретически, допустим, подъезжать, то просто дом, они все равно должны не позволить лампо-тротуару пройти с коляской. При этом я считаю, что вот по части Озерной здесь будет мнение совпадать точно с Ушакова, потому как Озерный там ходит скорее даже чаще, чем ездит по этой дороге. И если там будут нормальные тротуары, то поддержат эту идею. Там можете на себя взять просто как человек в районе по дороге? Я могу по части проектирования и возможности по тротуару сделать, а еще не проезжей части и 10 метров, Давайте решим вот этот вопрос. Это уже отдельный вопрос, наверное, не связанный с сегодняшним распоряжением, которое мы рассматриваем. Распоряжение написано 7 часов, заборонили рух, заборонили рух. Распоряжение, а вы говорите совершенно другое. Вы уводите нас... Зачем это лукавство? Нет, это все правильно. Распоряжение написано 7 часов, заборонили рух по улице Буха. Каким образом вы живете выполняете? Нас это не интересует. Вы нам предложите. Там уже веселки пишут про заборону. Вот я предлагаю, вы работали, вы же не воспринимаете. Вы же не воспринимаете. Озерные говорили, что новый друг на друг. Мовы сейчас сделать озерную, чтобы могли там 500 метров положить. Я понимаю, почему это есть.
Можна я просто підсумую, бо ми завершуємо з тим, з чого починали, і з тим, з чого ми завершували, коли була акція там на роздоріжжі. Зустріч, нехай. Я просто до чого закликаю. Якби наш ЖК, якби Ушакова бачили, що за цей рік, відколи оця проблема гостро постала, бо вона була до того, бо вона гостро, коли стали конфлікти, якби за цей рік влада хоча б трошки щось зробила, ми би бачили, що це не пусті обіцянки, це дійсно влада поступово може щось зробити. Навіть ми б погодились перекрити ту дорогу на деякий час. Але влада нічого не зробила. Як ми знаємо, що ви завтра перекриваєте в'їзд до нас на ЖК, і що це не буде на цілий рік, наприклад. Ми не знаємо цього. Ми не віримо. Тому якби хоча б щось, якби тротуари зробили за цей рік, могли зробити за цілий рік чуть-чуть цих тротуарів? Могли. Нічого не зробили. Якби прислухались до наших звернень, ми вже цей світлофор пропонуємо вже півроку. Ну, тільки тепер приходять до думки, що все ж таки, да, можна би було поставити. Просто зробіть перший крок, тоді ми, я думаю, один одного зрозуміємо в нашій будинку. Просто має бути якась співучасть влади, а не тільки ми між собою маємо вирішити. Ну, тоді приміщення на протоколі. Олег Павлович. Вносим изменения в Олимпийской трассе в режим работы светофорной трассы. Валентин Петрович, вносим 900-й додаток частей населения адресным прыгом 2. И то, что мы говорили, обсуждали, надо понимать сегодня следующее. Черновность, я не думаю, а что пропало на уникальном уровне этого участка. Наверное, что надо будет собираться при спроектировании конкретный проект в части окончания 3. Нет, или там наш проект не корректирован. Закончили проектировать. Да. Я имею в виду не проект, а только бюджет, который сам вариант. Ну и надо понимать, что она же на палате, мы не знаем, когда начинается на палате. Знаете? На прямом палате? Продолжение какое-то? Ну, они, собственно говоря, уже начались. А уже улица Корсунская меняется, бордюрный камень, так дальше. Не пойдет дальше. И бюджета вот апрель месяц, старт полноценный. Да? По вот этой части палате на год на Обова до проспекта Победы. Надо нам очень учитывать, что улица Туполева, она в Кабрине. И как бы через месяц, через два там тоже ничего не поедет. Да если Паладина летом начать делать, когда никто не будет везти с пригорода детей в школу, в садик, было бы намного меньше. Ну, объемы там не совсем маленькие, чтобы, скажем, за месяц, за два успеть это все. Когда-то появится проект, этой развязки, проектирование или запроектирование? Да нет, там два варианта. По результатам ДЭО они должны выбрать лучший проект. Там есть два рабочих варианта, да? Но по сути, не Сабрина Рада, наверное, этого еще не было. А потом они начинают еще проектировать. По-хорошему, в лучшем случае, если они в следующем году начнут, это уже будет. Да. Ну тогда что? Выделяемся два перекрестка, которые мы сейчас обсудили. Смотрим части организации светофорного регулирования. И, собственно говоря, больше нечем. Есть, вы нам конкретно расскажите, как вы собираетесь выполнять это распоряжение. Или вы его не собираетесь выполнять. Если вы его не собираетесь выполнять, так и запишите протокол. А вы ваши мы сделаем, мы подумаем, мы запроектируем. Вы уже слышите, пока работает. И все. Или вы его выполняете, или вы его выполняете. Да вы сегодня спроектировали все. Вы рубите только людям, дайте пока большинство. Я вам отвечу на того, что предложение, это знак. Поставьте кирпич на нашу улицу. А там ваша улица не упоминается. А проектируйте. Без там упоминается. Проектируйте, ремонтируйте, что угодно. Буковки со стороны Булаковой. Поставьте кирпич на объезде с Булаковского на Буковку. И поставьте кирпич, и все. И тогда полиции будет проще работать, когда на кирпич.
будут люди ехать. Тогда люди подумают, а ехать в кирпич, не надо ехать. Слушайте, кирпич работал только тогда, когда за кирпичом лежала гора бетона. Вот тогда кирпич работал. Тогда когда бетона не было, кирпич не работал. Бетон поставить, вы понимаете, о чем вы говорите? Понимаю. Это невозможность вообще проезда, ни скорой помощи. А почему не разблокировали все улицы? Почему? Так подождите, вы сейчас предлагаете заблокировать улицу, которая имеет твердое покрытие, имеет колченоги, где-то тротуары, и при этом предлагаете разблокировать грунтовые улицы, там где вообще нет. Там где вообще никакого покрытия. До асфальтирования улицы Буховская, она была перекрыта, не стоял этот вопрос. Снимите асфальт с этой улицы, и мы ее перекроем. Да, снимите этот асфальт на любую другую улицу, если бы так говорили. Владимир Иванович, заберите, давайте его попробуем. Почему мы должны страдать? Я не могу выехать в гараж. Это уже есть. Я не могу выехать в гараж. Я начинаю со мной. Вы живете в частном доме? У вас гараж законно стоит? А у вас гараж законно стоит? Все хорошо. По красной линии у меня гараж. У меня все по закону. Ага, окей. Знаете, вообще-то красные линии предполагают сохранение геометрических параметров улицы каких-то размеров. Если это даже частный сектор, то минимальная ширина улицы подразумевает 7-8 метров с обеспечением проезжей части какого-то тротуара на перспективу. Сейчас же эта улица имеет геометрические параметры по ширине 4-8 метров в самой узкой стороне. Ну о чем это говорит? Пан Каневский, вы знаете о том, что на Буховской нет красной линии? Послушайте меня, я живу на Буховской улице, это улица самая длинная, этого села, когда было село. Красной линии на улице, а Буховской нет. Есть красная линия за домом Ушакова. Да, она там есть красная линия. По улице Абуховской она была всю жизнь. Мне 62 года, моей маме 97. Я знаю эту улицу, она всю жизнь была такая. Никто никуда не залез из жителей улицы Абуховской. Все, что могу сказать, покажу вам план свой, который у меня есть. А за домом Ушакова 34, вот там идет красная линия. И по ней раздали участки. Я бы хотел просто привести пример, что за чертой города Киева, скажем, в 150 километрах, в любом населенном пункте, нету ни одной улицы, ширина которой составляет 4,8. Ну так построили наши мэры бывшие, которые были владельцами этого поселка. Поверьте мне, что дело даже не в красных линиях и в их наличии. Просто есть какой-то элементарный, перспективный план застройки. Дома стояли на улице Буховской и на Ульянова, это осенние. Таким образом, что у нас улица сузилась до 400 метров. Она такое было все. Вы посмотрите, осенние. Там явно знаете, по у нас проезжает 800 тысяч машин. Скажите, что вы сказали, какая линия количества машин? Вы в своем спрятании, еще 400. Ну, у нас сейчас проезжают 800 машин. Мы можем там пройти? Вот я хочу на метро. Слушайте, ну я хожу шикарно, каждый день ходит. Как это вы можете так шикарно ходить? Как вы можете ходить шикарно? Вы хотя бы здороваетесь со мной в 7-3? Если бы я не могу, я не могу поверить вам, но не обманывайте. Не ходите вы там. Вот и эти миксы, и все могу просто поставить на стройку озерочку. Ну там же не такие тротуары, как у нас возле 139-го, но не такие же тротуары. А вы на Добрыва видели, там же я с собакой бетона меня дернула, она меня чуть не свалила туда. А Брыва, видели, где идет подпорная стенка? Вы там можете идти? Вы так рассуждаете, потому что я хочу ходить. Піти з нічим, це просто знову затягнути цей процес до ще на рік. І тому, коли
коли він півроку тому приїжджав в метро без палива, ми стояли там декілька годин, дивились, записували, вели облік кількості машин, пішоходів і так далі. Він тоді висловив пропозицію встановити світлофорний обід. Я її обговорював з вашим колективом, тоді не знайшов розуміння, тому так, як щойно пролунало від одного з присутніх, я пропоную негайно встановити світлофорний об'єкт в режимі, ну скажімо, цикл 5 до 1. 5 циклів червоний на поворот на Обухівську, один зелений. Як тільки там 2 дні поспіль утвориться страшенний корок, весь транзитний транспорт забудеть про вулицю Обухівську. Це принаймні знімить в найближчий час цю гостроту ситуації. А потім погоджуюсь, що треба розглянути дуже ретельно ситуацію з тротуарами. І якщо порушення є, то змусити мешканців приватного сектору посунути паркани і побудувати тротуар до відповідності до державних норм. І в такий спосіб частково почати знімати напруження, бо інакше, так як зауважив шановний Олександр, ну, немає довіри. Да? Час іде, ми весь час в перманентній дискусії, рішення немає ніякого. Тому давайте почнемо хоч щось з вирішення тактичних питань. А далі будемо вимагати негайно проєктування вулиці Чорнобильській. Наскільки я знаю, там нічого особливо не рухається. Я хочу зауважити, що вулиця Чорнобильська – це буде теж шалений спротив мешканців, тому що там частково одна з новобудов своєю офісною спорудою підходить дуже близько до проїжджої частини. Тобто, як тільки місто вийде на фазу від проєктування, перейде до будівництва, то ми отримуємо ще там купу негативу і купу людей з вилами на вулицю, щоб не було сумніву. Вулиця Чорнобильська теж так легко не побудується до Болоховського. І розмови про те, що от розв'язка Вернадського, Палайдіна, вона значно радикально поліпшить ситуацію, ми ж розуміємо, що це дуже віддалена перспектива. Давайте сьогодні зафіксуємо хоча б якусь мінімальні кроки конструктивні. Встановлення термінового світлофорного об'єкту, та, і тоді подальшу дискусію можна вести, шукати компроміси і так далі. Бо зараз ми тут стали свідками суперечки полкової, та, ми вийдемо знову ні з чим. Сергій Васильович, ви пропонуєте проігнорувати розпорядження? Ні, я пропоную хоч щось зробити сьогодні. На сьогодні, я сьогодні. Є розпорядження. Ми почули зараз формальну відповідь. Розпорядження виконано. Яким чином? Якщо ми заказано, закриваємо повністю руку, тобто робимо діляночку односторонню руку, то ні про якийсь світлофор не йде. А де односторонню руку? Заборона руку і світлофор – це два суперечних ходи. Стороння руку буде на... Ні, ви на односторонню. Тетяна, просто ви вважаєте, що виконано розпорядження? Я не вважаю. Ні. А виконавці з виконавчої влади вважають, що воно виконано. Я не почула. Шляхом встановлення знаків. Та ні, ви опоздали. Вийшло розпорядження свіже. От 12.03. От розпорядження, яке вчора. І ми сьогодні зібралися по цьому розпорядженню. Розпорядження. І в цьому розпорядженні чітко написано. Ще раз я. Номер розпорядження, будь ласка, 12.03.2019 року, розпорядження 422, розпорядження. Виконавчий орган Київської міської ради. Тепер далі. А те, що треба, не читаю, читаю те, що нас інтересує. Тимчасово заборонити рух транспортного засобу по вулиці Обуховської зі сторони вулиці Булаховського в Святошинському районі в зв'язку з виконанням комунальними корпораціями Київстрадор роботи з реконструкції вулиці Чорнобильської. Вони прив'язали вулицю Чорнобильську, щоб прив'язати перекриття нашої вулиці. Вулицю треба перекривати. Яким образом перекривати? Покажіть, будь ласка, підпис під тим розпорядженням. Это мы с Ильей Владимировичем ее издали. Но оно еще издавалось по два раза здесь.
У вас разума совместного нет. Ну так случается. Можно я закончу? Спасибо. У вас разума совместного нет. То, что наложилось сегодня на район, это не есть эксклюзивная ситуация. Она такая ситуация у нас сложилась в некоторых, мягко говоря, часто где у нас застройки есть населенных пунктах, я бы так сказал. У нас сегодня покупают 10 соток, строят 9-этажные дома, и это сегодня имеет право на жизнь. Потом, когда появляются там жильцы, так как вот появились в Озерном, и в этом формате у нас сегодня появляются проблемы. И когда я вас собирал здесь, в прошлый раз сейчас, я обращался к вам не как руководитель. Я сегодня понимаю, мы, как город, свою функцию выполнили. Вот сидит орган, который контролирует. Но так как сегодня есть проблема, я направляю, они не могут сегодня это сделать, мы пришли к вам. Вы разделились на два лагеря, доказываю, распоряжение вышло, оно вышло не для решения, а против решения. Потому что мы надеялись, что мы сегодня с вами на этой встрече найдем некий компромисс. И Булаковск отсечем, и вы будете ездить с Озерна через Обуховскую по осенней, и вроде у вас трафик будет. И будем двигаться по Чернобыльской. Но вы опять же включаете диктофоны, пишете, раскатишь, вы все умные. Господа, проживая в социалистическом общежитии и понимая проблему, ее нужно разложить. Я же говорю, стратегия и тактика. Стратегия – это сегодня есть программа, городская, улицы, ремонт, строительство. Есть ваша жизнь сегодня каждый день. Я вас призываю сейчас к одному. Не создавайте прецедента сегодня. Он уже создан. Он уже создан на улице, он есть сегодня. Если вы пытаетесь дальше двигаться, обращаетесь в уполноваженный по защите прав, пишите туда. Мы реально с вами можем что-то сделать сегодня. И дальше тогда просить нашего депутата обращаться через сессию, выделять деньги, строить Чернобыльскую, рассматривать варианты сегодня стратегические. Но вы опять же на все наши вот потуги сегодня берете распоряжение, там перекрыть сегодня. Я вам рассказываю, это распоряжение вышло, потому что я ходил каждый день, доказывал, давайте мы находить решение. Но решение, вот оно в зале. Я не закончил, Таня. Оно решение в зале. Я вас прошу сейчас, смотрите. Правильно бы было, 2 часа. Ограничение. 2 часа. Ограничили трафик, прошел. Пожалуйста, проблем же нету после 10. Проблем после 10 утра. Вчера встречались с соседом, с Владиславом, было 20:00. Я говорю, после 10. И был раз, 20:00. Хорошо, проще. Если мы замерим трафик 8, 9, 10 и в 12, когда больше трафик? Понятно. То есть у нас сегодня есть... Можно? Вот у нас сегодня проблема, оказывается, не в трафике, Серпинь, а проблема, что вы не можете с нами согласовать вопрос. Вот и все. Вот и все ответы на сегодня. Если бы вы поднялись отсюда сейчас и пошли перекрыли Ирпень на сегодня, я бы с вами пошел. Но вы же понимаете, все шумные, юристы, специалисты. Мы идем к вам на сегодня. Вы думаете, что господин Харчук и Сайдак не понимают проблемы? Так каждая наша встреча начинается с этой ситуации. Светофорный объект поставим. Знаки расставим. Перекрыть блоками улицу. Мы не можем по этому распоряжению. Понимаете или нет? Мы не можем. Это я вам говорю объективно сегодня. А что вы с блоками приезжали? А приезжал к вам, потому что думал... Что вы подрались? Нет. Приезжал с блоками к вам, потому что думал, что найдем компромисс. И брал на себя ответственность. Я как руководитель. Ну какой компромисс между голодным и сытым? Да, мы готовы там на 10 минут раньше проснуться и поехать по Булаховскому. Они не скажут, там скажут пару человек. Ну, тогда, господа. Вы не розумієте, що є людей по 2 дитини. Одна з тої частини, інша в ту, в тій частині. І країни. Як їм розжерти? Як? Від 167-го садка в 304-ту школу. Як? Годину їхати? Закінчити дадіть. Значить, тогда школа делает. Мы регулируем сегодня. Александр, ваш сейчас вам же говорю. Регулируем светофорный объект на заезде сегодня.
Да, сейчас обсудим тогда ситуацию со светофорным объектом, который здесь. И, ну, теоретически поставить знак кирпич заезд сегодня. Ну, формально это может быть, но правильно вам Сергей сказал, это не решение вопроса. Вы же... А тимчасово можно поставить? Иди с нами, тоже на сегодня. Потому давайте идти правовым полем, я думаю, сегодня. Я думал, что мы договоримся с вами. Временно, в рамках сегодня реализации, Булаховского отсекаем и выйдем. Подожди. Вы что, не чуете нас, чи что? Ми тут виступали півгодини, ви нас взагалі не чуєте. Я чую вас. Ну, я можу... А ми вас не чуємо, ви нас не чуєте, ми вас не чуємо. Ви себе ограничуєте, точно так і ви. Як ви себе? Ви не можете вийти з гаражу, ви виїхати з гаражу не можете, ви себе так обмежуєте. Ні, вони хочуть поставити там, де закрити взагалі Буховську. Я вичаю, щоб ніхто не пользувався. Тут є дві групи конфлікту. Одна Озерна, тоді маленький, друга Буховська. Для Озерна її можна запропонувати, і вулиця Наумовича. Можна не асфальтне, а рівне, тверде покриття зробити. Ще раз, вулиця для жилого комплексу Озерний. Зробити виїзд не через Обухівську, а пряма дорога на Умовича. Ну, навірно, можна. Можна вже. А давайте його запишемо рішення, організувати рівне, тверде покриття. Не треба там навіть асфальту. І вони зможуть весь час їздити. Не буде проблеми з обмеженням по Обухівську. А Бухівську обмежено окремо для фінської траси. Стрілка робиться з коротким режимом повороту направо з Ірпіня і на Бухівську. І все. І таким чином обмежиться дуже сильно. Вас так влаштовує, що була на Умовича, і ви будете виїжджати? Поки, швидко, тверде покриття, більш нічого. Альтернативний варіант. Коли буде, коли буде на Умовича, ми не можемо про це говорити. Це не асфальт. Давайте всі вмістіті, просіть на Умовича. Давайте запишемо. Ми вже, це просто. Це можливо. Давайте просіть. Просили вже після року. Просто, ну зараз. Ми хотіли, ми з вами зустрічалися. От передивіться, у вас треба на комісію, бо я тут говорив, це є відеозапис. Перепрошую.